друзья, я готова вам представить новинки от нетипичного фермера, и это будут баклажаны. Самые-самые невероятные. Я думаю, вы, обычные дачники, оцените эти гибриды. Потому что первое – высокого урожайные, второе – красивые, и третье – без горечи и практически без семян. Открывает наш список баклажан Лейри. А он с такими красивыми полосочками, ну, согласитесь, инстаграмный, невероятный. Семян, ну, вот я не знаю, они в миллиметр, наверное, очень мелкие, при этом плод довольно-таки крупный. Вяжет прекрасно. Здесь уже был произведен сбор, и это в горшках, это не в открытом грунте, это не в теплице. В теплице я даже не представляю, что он будет выдавать. Мне он очень понравился. А вам? У меня в линейке типичного фермера был один баклажан, и он назывался Андруша. Очень урожайный гибрид, очень хороший. Я хотела найти в ассортимент ничуть не хуже. И на помощь мне пришли голландцы. Голландские гибриды самые лучшие. Кстати, вы видите белый баклажан. Я очень любила гибрид Бибо. Это тоже голландский баклажан. Но, к сожалению, его то ли сняли с производства, то ли там какие-то проблемы были с выращиванием. Были только старые семена. Их постепенно семеноводческие компании распродавали, и сейчас вот если у кого осталось, то это старые запасы, но ничего не было. И, конечно, так как белые баклажаны действительно мои любимые, я их очень люблю на гриле, они очень вкусные, они нежные, у них семечки очень-очень мелкие, их практически незаметно, я стала искать ему замену. Я очень рада, что нашла белый баклажан. Посмотрите, какой он красивый. Как видите, мои баклажаны – это те, которые вырастила я, которые протестировала на своем участке. Все баклажаны у меня росли в открытом грунте. И мало того, без ухода, вы знаете, я развелась с мужем, у меня там все растет. Я вот прихожу раз в две недели, только собираю урожай, и вот все без полива действительно выросло. Сегодня у нас начало августа, и такой вот хороший урожайчик с одной грядочки. Одна грядка у меня только с баклажанами, я собираю. Друзья, прекрасный баклажан белого цвета, и называется он Аретуса. Я очень люблю беленькие, они синенькие. По своей природе они практически не имеют горечи, а данный гибрид не имеет ее практически совсем. А семена очень мелкие, очень-очень нежный грибной вкус. А можно и солить, и консервировать, жарить на гриле. Прекрасно себя показал в условиях открытого грунта и защищенного грунта. Моя оценка 5 из 5. Обращу ваше внимание на выращивание. Смотрите, все в кашпо, 10 литров, может, литров 12. Посмотрите, какой ствол у растения. Капельный полив, в каждом горшке по капельнице, и смотрите, какой урожай. На белых не так видно, а вот этот баклажан называется Шарапова. С него уже собирали плоды, он шикарный. Смотрите, какая красота. В два стебля, кстати, на рынке он считается одним из самых ранних баклажанов. Он бесшипный. Очень удобно с ним работать. Вы никогда не сделаете себе травму, потому что все сорта очень колючие, неприятные. С этим приятно работать, приятно собирать, приятно консервировать, приготавливать в свежем виде, без семян, практически даже вот в таких больших размерах. Когда я выбирала семена, что посадить в этом сезоне, его посоветовали тепличники, те, кто выращивает баклажан на продажу в большом количестве, которые самый баклажан, который беспроблемный, не болеет. И действительно, и в открытом грунте, и в теплице Шарапова себя очень хорошо зарекомендовал, поэтому однозначно попал в линейку нетипичного фермера.